Всем привет-привет! Сегодня я снова еду в салон красоты Тренд к Рустамчику. Мы будем делать кератиновое восстановление моих волос. Я никогда в жизни не делала эту процедуру. И Рустам сказал, что у меня волосы будут просто шикарные после нее, потому что это не просто кератин. Пусть лучше Рустам вам все расскажет, что это за кератин, более профессионально, потому что я не делала его. И вот сейчас посмотрим. Расскажи, пожалуйста, Рустам, что это за кератин? Он какой-то особенный, да? Нет, я думаю, что он, не сказать, что он такой внеземной цивилизации. Кератин-комплекс, на мой взгляд, самый правильный просто продукт. Очень хорошо держится, очень долго держится. В среднем от 4 до 6 месяцев. Для меня это очень важно, когда мой клиент очень долго пребывает в таком хорошем настроении. Хорошо расчесываются волосы, не жалуются на то, что они ломаются, путаются. Да и вообще я для себя сделал такое открытие, ну, заметочку, так скажем, что этот продукт, он больше лечит любые волосы. Поврежденные, ломки, там, осветленные. И вследствие вот именно лечения, как мне кажется, вследствие лечения, волосы становятся гладкими и ровными. По сути, это не тот продукт, который исключительно там, для выпрямления, а больше для лечения, и вследствие которого, я повторяюсь, да, волосы становятся гладкими и ровными. Не прямыми, там, как палки, а гладкими, ровными, шелковистыми, мягкими. Нельзя будет в ближайшие 3 дня мочить волосы. Абсолютно нельзя мочить волосы. Нельзя закалывать хвосты, ободки, ничего такого. Все должно быть вот, просто. Вот. Ходишь с распущенными длинными волосами. Mm-hmm. Желательно даже за уши не убирать. Mm-hmm. Ну, в принципе, это не критично, но самое главное, не закалывать. На самом деле, ты будешь очень доволен. Очень интересно. Расчесывать можно будет в течение 3 дней? В течение 3 дней, да. Можно, нужно. Если вдруг намочится все-таки волос, ты мне звонишь, или мы здесь подсушим и опять утюжком пройдемся, или ты дома, в домашних условиях, подсушишь и утюжком так пройдешься. Первое, мы сейчас будем мыть шампунем очищающим, обезжирим твои волосы, то есть очень хорошо почистим. Смоем все, что вот можно и нельзя, да, это вот, возможно, ты наносил какие-нибудь продукты, там, лак, гель, воск, все это дело надо смыть, очистить волосы хорошенько, без бальзама, высушим после этого процентов на 100 как минимум, ну, насколько это возможно, потому что 99-100% надо высушить волосы, они сейчас будут очень сильно электризоваться. После чего мы наносим продукт попрядно, отходя от корней там, 2 сантиметра примерно. Можно больше, можно меньше. После чего мы, значит, оставим тебя на полчаса, минут 25-30 надо будет посидеть. Потом я буду сушить феном, таким теплым воздухом. Попытаюсь опять высушить на 100%, после чего точно так же попрядно я буду, ну, так слегка сглаживать утюжком каждую прядь, для того, чтобы эта температура, за счет температуры кератин проник глубже. В этой данной линейке кератин комплекс есть свои шампуни и свои кондиционеры. Но я чаще люблю советовать продукты марки Макадами, потому что самое единственное, что вот на самом деле нужно после кератина, это мыть шампунем, который не содержит сульфат, бессульфатный. Почему-то мне больше нравится вот Макадами. Ну, во-первых, не только он бессульфатный, он еще очень мягкий, очень такой хороший шампунь, который увлажняет волосы любого типа. Кератин не содержит формальдегид. Ну, это опять же со слов производителя, конструкции. Высушили волосы просто феном. Они еще такие рыхлые у нас, вот концы. Угу. Да?
так, цвет он немножко искажает в первые 2-3 дня только тем, что содержится, ну, как бы, грубо говоря, испачкан волос этим продуктом, да? Завтра, когда мы помоем, ну, точнее, через 3 дня, будет вот тот цвет, с которым ты пришла. То есть цвет, в принципе, не искажает, только визуально первые 3 дня пока находится на волосах. Вот, теперь я буду утюжком все это дело проглаживать. Я не знаю, через маску меня слышно или нет. Понятно. Слышно. Я такая гладенькая. Ну, это потому, что очень много продуктов. Завтра помоешь, точнее, через 3 дня. Помоем, и будет все очень воздушно, легко. В общем, вот Рустам подобрал для меня продукцию. Да, что это там? То, что я в самом начале говорил, это марка Макадами. Значит, расчесочку тоже подарок тебе. Очень удобно, очень хорошо. Классно это. No Tangle. Знаешь, да? Макадамия. Значит, масочка, это вот старайся, все зависит от твоего желания. Ну, раз в неделечку можно посидеть, так минут 10 упаковать там, волосы собрать в пакетик. Шампунь, кондиционер, это для ежедневного. Если вдруг захочешь, скажем так, уложить немножко свои волосы, то продукт для укладки очень хороший, хорошо защищает, помогает, он очень легко укладывается этим продуктом. И вот масло, ну масло, это как ты, для кончиков. Наноси на мокрый волос, буквально одно нажатие для твоей длины будет более чем достаточно. После того, как высушишь феном или сами высохнут, нанеси еще раз. Хорошо? Хорошо. Ну, абсолютно уверен в том, что тебе это все понравится. Давай, круто. Сейчас тебе куда-то покупила феном. Прическа какая. Всем привет! Никогда не снимала влог под дождем, под зонтиком. Дело в том, что у нас жуткий холод и дождь. Я иду к Рустаму в салон смывать кератин с волос. Жуткая пробка. Я решила машину оставить и пойти пешком. Потому что если бы я поехала на машине, я не успела бы за дочкой в садик. Потому что вот я иду и все стоят. 72 часа я ходила с распущенными волосами, немытыми. Как сосульки висят. Самое страшное, конечно, в кератине, это просидеть 4 часа, когда тебе делают, а потом еще 72 часа ходить, не мыть голову. Наконец-то. Да, волосы меньше запутываются, запутывались. Такие гладенькие, Рустам дал потрогать меня, как у дочки, действительно, волосы. Мягкие-мягкие. Сейчас мы их сзади снимем. Особо не вытягивали, только вот. Просто высушили. Расчесочкой. Чем она будет? Шампунь? Сейчас сфотаем, только после результата. Я прям не узнаю свои волосы, а начинаю. Ну, это нормально. Я каждый раз говорю, что волосы будут абсолютно вот живые, здоровые. И очень часто. Отлично. Можешь даже не сушить. Не высушишь свои волосы, будет один в один. Да? Точно так же высохнет, да. Проверим.